Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя. В одной эскадрилье служили друзья. И было на службе, и в сердце у них огромное небо, огромное небо, огромное небо одно на двоих. Дружили, летали в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам. Однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полет. Но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа. И тысячи жизней, и тысячи жизней, и тысячи жизней прервутся тогда. Руководитель полетов, борт 573, взлет разрешаю. Помощник РП, управление, посмотрите, 573, там что-то, пламя что ли? 573, Шостобитов, отказал левый двигатель, разворачиваюсь, строю коробочку. Как установлена комиссия, был разрыв топливного шланга, топливо воспламенилось, пожар. После его тушения Шостобитов продолжает полет на правом двигателе. Самолет движется по коробочке, делает 4 разворота влево. Третий разворот за НЛМК, четвертый – это заход на посадку. РП, 573, что у вас горит? 573, у меня пока ничего не горит. На посадку заходит МиГ-21, борт 421, летчик-майор Колпаков. 421, оглянись, с левой стороны у вас горит, пламя большое. РП, 573, у вас огонь сзади на самолете, набирайте высоту, покидайте самолет. Я 573 передаю, отказал левый двигатель, высота 500 метров, включил левый пожарный кран, нажал на кнопку тушения левого двигателя, лампа пожар погасла. РП, 573, все прекратилось, заходите на посадку. 421, продолжай наблюдать за ним на безопасном интервале. РП, 573, попробуйте выпустить шасси, если не будет основным способом выпускаться, перейдите на аварийный, на дублирующий. После ликвидации пожара шасси выпустить не удается, нарушена гидросистема. Выходной отсек правого двигателя перекрыт выдвинутым вперед конусом. Вернуть его в рабочее состояние не удалось. Тяга двигателя падала из-за недостатка поступающего в него воздуха. Скорость поддерживалась снижением. В кабине самолета. Штурман Кривенков. Носовая вышла. Максимыч, да? Зачем ты рвешь так сильно? Пониже делай, пониже, а то скорость падает, Максимыч. Шростобитов. Вижу, вижу. Скорость 350, высота 500. Ручку дай немного от себя. Радиокомпас включен. Давай разворачивайся. 421. Он разворачивается на третьем развороте. Левый разворот. 573. Отвечаю, отвечаю. Не выпускаются шасси. РП. Разворачивайтесь. Идите на дальний. Выпускайте аварийное шасси. 573. Выпускаю аварийно, но не выпускается. РП. Заходите нормально на посадку. Больше борт не отвечал. В кабине самолета. А ты аварийно дергал, Максимыч? Скорость 340. Вижу, вижу, 340. Не растет. Так, Максимыч, вправо немного. Скорость 320. Максимыч, не задирай ее, не задирай ее. Максимыч, не задирай ее. Максимыч. Полет почти планирующий. Скорость падает. За военным городком снова разворот. Подъемная сила крыльев не удерживает машину. Она срывается в штопор. Переворачивается и врезается в землю. Я 421, майор Колпаков. Наблюдаю взрыв. А город подумал, учения идут. В могиле лежат посреди тишины отличные парни отличной страны. Светло и торжественно смотрит на них огромное небо, огромное небо.